Радио «Вера» представляет. Пространствие. Путешествуем со смыслом. Если ехать по шоссе Симферополь-Феодосия, то на отрезке между селами Богатая и Грушовка трасса пересечет реку Мокрый Индол. Здесь непременно стоит остановиться и посетить Свято-Троице-Параскеевский женский монастырь, что уютно разместился на правом берегу речки. Места удивительные. Гряда крымских гор, поросших лесом, плавно спускается в зеленую долину Мокрого Индола. Кое-где белеют скалистые выступы. До моря далеко, но сколько радости приносят источники, что бьют из-под земли здесь, в самом центре знойного Крыма. Один из них, так называемый Чокрак-Саглык-Су, что в переводе с татарского означает «источник живой воды», был известен с незапамятных времен. Рядом с ним располагалось греческое село Топлу, в советское время переименованное в Тополевку. После того, как возле родника нашли икону Параскевы Римской, он стал называться именем этой святой. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий, побывав у источника святой Параскевы, решил устроить в урочище Топлу монастырь, но осуществиться его чаянием не дала Крымская война. Однако в 50-х годах XIX века, вскоре после смерти святителя Иннокентия, возле источника святой Параскевы поселилась болгарка Константина. Она родилась в соседнем селе Тишлав, в юные годы покинула родительский дом, долго жила в Кизилташской пещере в полном уединении, а потом пустилась в странствие, собирая подаяние на строительство церкви в честь Параскевы Римской возле чудесного родника. Средств, которых ей удалось собрать, хватило на строительство часовенки, при которой стали жить несколько женщин. И только через несколько лет здесь состоялось официальное открытие Топловского монастыря, где Константина приняла постриг с именем Параскевы. Получив поддержку церковных властей и меценатов, обитель стала стремительно разрастаться. В 1887 году здесь построили каменную церковь во имя Параскевы Римской, стены которой и сейчас украшают монастырский комплекс. Сохранился в обители до наших дней еще один храм конца XIX века, освященный во имя иконы «Всех скорбящих радость». А вот Троицкий собор, рассчитанный на 1000 человек, так и не был достроен. Его взорвали в 1928 году. Обитель летом утопает в цветах. Храмы и сестринские корпуса, окрашенные в густые цвета, розовый, голубой, салатовый, создают впечатление сказочности. И отрадно в жару пройтись до источника, коих в монастыре целых три. Знакомый уже нам родник святой Параскевы, скрытой купелью, находится непосредственно на монастырской территории. До источника Георгия Победоносца нужно идти минут 20 по лесной тропе. Ключ трех святителей – самый дальний, 3 с лишним километра в гору. Но стоит их преодолеть, чтобы окунуться в природную купель – лесное озерцо, освященное иноческой молитвой. С вами путешествовал я, Дмитрий Серебряков. А программа подготовлена по материалам журнала «Православный паломник». Пространствие.